Прошлое и будущее новосибирского хоккея на одной площадке. Серию мастер-классов для юных спортсменов провели легендарные игроки Сибири. Маршрут тренировок Берск, Искитим, Новосибирск и Краснообск прошли за 2 дня. Чему можно научиться за часовую тренировку с профессионалами, узнал мой коллега Александр Шарудило. В Краснообском ледовом комплексе «Колос» воспитанники одноименной команды проводят необычную тренировку. Привычным наставникам помогают новые учителя. Сергей Гимаев и Алексей Копейкин – игроки той самой бронзовой Сибири, капитан и защитник. Для хоккеистов это уже 7-й мастер-класс за 2 дня. Но эмоции от тренировки с детьми у них ничуть не меньше, чем у подопечных. Сложно за одну тренировку, мы ездим по разным городам, за одну тренировку чему-то научить, но, по крайней мере, это мотивация, то, что мы выходим с ними на лед. Когда, если бы я был на их месте, когда я был маленький, это огромный толчок мне давал в эмоциональном плане. Мы стараемся просто их подбодрить и направить в том, что они, если так будут относиться к делу серьезно, как делают сейчас, у них все получится. Хоккейные мастер-классы в нашем регионе организованы Центром «Культурный город» в преддверии молодежного чемпионата мира 2023 года, который примут Новосибирск и Омск. На тренировку приехал и еще один экс-игрок Сибири – Александр Аксененко, выступавший на позиции защитника. Воспитанник команды вышел на лед по приглашению бывших одноклубников. Замечательное мероприятие, когда профессионалы выходят на лед с ребятишками, которые могут воочию увидеть, куда надо стремиться, тем более, что ребята высокого уровня, высочайшего, я бы сказал, они оба сыграли более там 500 матчей в КХЛ, и они оба бронзовые призеры чемпионата КХЛ, поэтому это очень хорошая практика, когда профессионалы выходят с ребятами и показывают тонкости, которые так просто невозможно увидеть, невозможно заметить. На льду юные хоккеисты отрабатывают главное – технику катания. Это база, которая определяет дальнейшие перспективы карьеры спортсмена. За 2 дня, которые Гимаев и Копейкин провели в нашем регионе, они успели поработать с командами Бердска, Искитима, Маслянинского района и Краснообска. Совсем не избалованных вниманием звезд. И для каждого ребенка этот мастер-класс станет памятной страницей в спортивной карьере. Александр Шарудило, Константин Менин, новости ОТС.